Пришла пора весеннего шопинга. Обновление гардероба стоит начать с верхней одежды. Самый универсальный и практичный вариант – куртка. Дизайнеры предлагают модели как нейтральных оттенков, так и лазурного, желтого и цвета хаки. У белорусских производителей стоимость от 100 рублей. 80% из моей одежды – это отечественный производитель. Мне очень нравится, потому что цена, качество и модели очень достойные. Особенно вот из последних, мне кажется, что можно подобрать на любой вкус и на любую погоду. Для любителей бессмертной классики представлена палитра культовых пальто. Самая популярная – стеганая. Обойдется в 152 рубля. Модели разнообразные по фасону, силуэту, длине и цвету. Это оставляет простор для фантазии в сочетании с различной одеждой и обувью. В тренде изумрудный и металлик. Бежевый тренч в стиле casual уже несколько лет не теряет свою актуальность. Сочетается как с классической, так и спортивной одеждой. Полиэстер не требует особого ухода. Плюс базовый тон легко можно разбавить яркими акцентами. Цена обновки – 126 рублей. В женский шопинг-лист весной 2022 стоит добавить гофрированное или шифоновое платье, удобный трикотажный костюм и, конечно же, базовую белую блузу. Цена отечественного производителя – 70 рублей. Для мужчин в этом сезоне актуальны различные оттенки коричневой гаммы – от самых темных до нежных карамельных. Разбавят образ элементы светлых тонов – рубашки, брюки, жилеты. Не менее популярен благородный и глубокий синий цвет. Скидочный день у нас всегда в четверг. И скидочки по поставщикам. У нас сейчас же мы уже подготовились уже к весенней коллекции. Делать луки разнообразными помогут головные уборы и аксессуары. Это в корне изменит стилистику комплекта. Если к джинсам и жакету добавить бейсболку, образ станет спортивным, со шляпой наоборот классическим. Даже самый базовый наряд можно превратить в мини-шедевр. Просто разбавьте его модной сумкой и трендовым украшением. Ольга Васенда, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360.